Я приветствую всех на нашем канале. Сегодня мой видеообзор посвящен ширмам. Это очень нужная часть сада, и не только сада, но и огорода. В этом сезоне я выращивала огурцы в нашем экспериментальном огороде вот на этих ширмах. Я была просто в ней ими покорена. На самом деле они настолько замечательные, устойчивые, практичные. И растения чувствуют на ширмах эти очень хорошо. Во-первых, они освещены солнцем со всех сторон. Во-вторых, собирать урожай действительно просто одно сплошное удовольствие. И ухаживать за огурцами было тоже очень приятно. Они находятся все в одном пространстве. В общем-то, это очень здорово. Но сегодня речь не об этом. Я хочу сказать о функционале этих ширм. Насколько они универсальны. И могут использоваться ведь не только в огороде, но и в саду. Ширма с ячейками под клетку. Смотрите, вы можете поставить ее как в горизонталь, то есть сделать вот так, тем самым вы можете разграничить зону, отделить какую-то зону или наоборот задекорировать с помощью этой ширмы. Причем вы можете менять угол по своему усмотрению. Она гнется как в одну сторону, так и в другую сторону. То есть петли сделаны таким образом, что угол вы можете менять не только с одной стороны, но и с другой, так как вам удобно. Согласитесь, это здорово. Просто поставили, изменили угол и все. По ним можно пускать декоративные растения, можно пускать цветы. Можно также вешать вот сюда на крючочки обычные горшки с цветами, которые имеют вот здесь заднюю стенку плоскую. Очень оригинально смотрится. Все ширмы выполнены из стального прутка, покрыты специальным составом, который хорошо реагирует на любые атмосферные осадки. Посмотрите, насколько они декоративны. Красивое кованое исполнение. Вверху, внизу, вертикальное. Здесь очень красиво. Причем, вы знаете, вы можете не только ведь выставить ее для декорации сада, но и можете на входной группе поставить. Это тоже будет очень оригинально смотреться. Ширма рассчитана таким образом, что вам достаточно всего лишь одного нажатия снизу, и все, и она будет установлена и стоит достаточно прочно и выдержит приличную массу различных растений. То есть вот огурцы у меня росли, это порядка, наверное, 6 кустиков были высажены вот таким образом и расположены вот на этой ширме. Она себя прекрасно чувствовала и, в общем-то, как я уже сказала, урожай просто был отменный. Оригинально будут смотреться любые вьющие цветы. Однолетники или многолетники, виноград. Это будет тоже очень оригинальное исполнение. Размер ширмы в разложенном состоянии составляет 157 сантиметров. Высота по максимуму до вот этой точки составляет 143 сантиметра. То есть представляете, как вот с помощью одной ширмы вы можете закрыть сразу какое пространство, если вы будете использовать ее для декорации. Призываю вас обратить пристальное внимание вот на эти удивительные ширмы и обязательно зайти к нам в интернет-магазин Хитсад и приобрести эти ширмы. Уверяю вас, они будут у вас, наверное, одни из самых любимых. С помощью них вы можете быстро и качественно выполнить декорацию вашего сада или участка. Оставайтесь с нами. Заходите к нам в интернет-магазин, делайте покупки, декорируйте ваш сад. И всем пока!